Ребятушки, я скибиди туалет бомж! Поделитесь лайком за 3 секунды, и тогда я смогу стать супермощным титаном! 1, 2, 3! О, погоди, братишка, я вижу то, что они поставили лайк! О, наше превращение начинается! О, спасибо вам большое, ребятушки! Вы самые лучшие! Ну что, друзьяшки, я вас приветствую! С вами я, Жабка, и, конечно же, мой строитель Натор. Всем привет, ребятушки! Ну и сегодня у нас новенький эксперимент. Конечно же, с озером Гримас Шейка. Ну а перед началом этого выпуска напишите в комменты, чье же озеро вам нравится больше всего. Лавы, кислоты или вот такой вот Гримас Шейк. Ну а в сегодняшнем выпуске как раз-таки вот эти вот мутанты попытаются перелететь озеро Гримас Шейка. Давайте я вам покажу каждого отдельно. Вот такой вот какой-то малыш-камерамен. Получается собака. Да какая собака? Это же игрушка-камерамен или там машинка-камерамен. На радиоуправлении, что ли? Ну да, на радиоуправлении. Вот такой вот новый скибиди-туалет. Скибиди-бочка. Похожий по смыслу скибиди-туалет. Это получается у нас мусорка. Скибиди-туалет. Ну или же бомж. Ну да-да-да, можно и так сказать. Спикермен на унитазе. Скибиди-туалет диджей. Машина-камерамен. Какой-то непонятный ужасающий скибиди-туалет. Еще один камерамен. Получается гибрид какой-то, да? Ну да, я, кстати, сегодня его придумал. Смесь из скибиди-туалета и камерамена. И паразита. Вот это ты, конечно, придумал. Вот такой вот мини-босс Спикермен, вот такой вот новый шериф, ну или же он похож еще на главу мафии. Скибиди-туалет-подрывник, новый Джимен из 60-й серии, ну и конечно же ПК-мен. По моим сегодняшним оценкам и анализу, возможно, выиграют новые бомжи, это бочка и вот такая вот коробка, чисто мусорная. Возможно, выиграет еще у нас машина-камерамен, новый шериф или же глава мафии, ну и, конечно же, кто-то из титанов. Ну, я думаю, вот бомжи выиграют, какой-нибудь спикермен на унитазе, ну и титаны, да. А насчет машины ты не уверен, что ли? Ну, она тяжелая какая-то. А я вот думаю, она перелетит. Но если вам нравится данный формат, то давайте на этом выпуске наберем 2000 лайков. Ну и тогда будет почаще выходить что-то подобное. Но у своего подписчика я хочу спросить кое-какой вопрос. Ты догадался какой? Да. Ну же, давай, показывай, кто сегодня попал в видеоролик. Это же твои подписчики, которые написали супер крутой комментарий под прошлым видео. Если вы хотите попасть в следующий видеоролик, то напишите топовый комментарий. Красавчик, я в тебе не сомневался. Ну и кстати, ты не забывай то, что мы с тобой играем еще и на баллы. Кто дальше вылетит, тот, конечно же, получает очко. А у нас камерамены машинки. Да, вот такие вот получаются очень медленные. Ну и, конечно же, неуклюжие камерамены. Слушай, я предлагаю сразу же это пропустить, потому что они навряд ли перелетят. Ты же понимаешь это. Они навряд ли на рампу заедут, ты о чем? Думаешь, не заедут? Давай проверим. Давай, я уже еду. Не, ну на рампу они хотя бы заехали. Но вот чтобы вылететь и перелететь, это, наверное, должно повезти. Хотя какое тут везение? Это же тарантайка вообще медленная. Давай. Натор, мы сможем. Главное верить. Так, а теперь подрубаем суперскорость. Ой. Какую суперскорость? Тут нету способностей. Ну, как вы видите, да. Этот малыш-камерамен на радиоуправлении, конечно же, у нас не перелетает. Да и к тому же даже не попадает в кислоту. Он выжил! Шок! Да ладно, он у нас не выиграл. Ну и бочоночки! Бочки или бомжи? Хе-хе, поехали! Подожди, они что, тоже медленные, что ли? Ну, в них зато много взрывчатки. Наверное, поэтому они тяжелые. 250 тысяч тонн тротила, что ли? 251 тысяча. Подожди, ты дальше меня, блин, нет! О, давай в кислоту тебя скинем. А ну иди сюда! Это вообще-то Гримас Шейк.
Во-во-во, я ошибся немножечко, ничего страшного. Давай, иди сюда, куда ты поехал? Ладно, падай в гримас шейк, я тоже падаю. И почему-то, кстати, мы не взрываемся, чего? А ты стреляй в меня. Ну давай, опа! О, отлично, кстати! Я тоже рассыпался, блин! Ну, получается, они у нас, конечно же, уничтожаются. Ну и баллов мы не получаем. Скибиди-бомж! Скибиди-бомж! И будем своему строителю мешать! Нет, ты куда поехал? А, ускорение! Я тебя понял, блин! Опять читеришь! А как ускорение, кстати, включаются? А, во! Друзьяшки! Мусорка падает в гримас! Главное, чтобы не растворился. А, нет, слушайте, я походу, да, все. А ты там где, дружище? Ой, да я прям на грани, чтобы упасть в гримас-шейк. Да ты врунишка, ничего себе ты далеко вылетел! Почему ты мне опять про суперспособности не сказал? Надо было самому догадаться. Ну ладно, ладно, это моя ошибка. Значит, балл твой. Ну и, конечно же, вот этот вот бомж у нас, конечно же, перелетает. Пикермен на унитазе. Ты что такой шустренький? А, я даже знаю почему. Ускорялочки! И должна сработать, кстати, тактика. Вылетаем. Пожалуйста, главное нормально вылететь. Отскок и подрубаем ракеты. Летим! Давай! А, нет. Два отскока было и... Главное, кстати, то, что мы перелетели. Но мой строитель, конечно же, на уровне мусорки. Хэштег натор-читер. Пока что доказательств нету, поэтому называть не буду тебя читеривугой. Приступаем к следующим мутантам. Диджей Скибиди Туалет. Я буду дальше, чем ты, ты понял? Нет, не понял. У него хотя бы нету прижималок. О, спасибо, кстати, то, что ты мне придал скорости. О, я сальтушку, кстати, сделал. Вау, подождите, я буду дальше, чем ты или нет? Я зацепился, смотри. Ты чуть не упал в гримас шейк, что ли? Да. Подожди, он потихонечку, кстати, падает. Давай, давай, падай. Нет, друзьяшки, все же сохранился. Главное, что перелетел. Ну а как ты видишь, я, конечно же, дальше. Ну и получаю свой заслуженный балл. Броневик Камерамен. Будем своему подписчику мешать. Но не получилось. Погоди, а почему ты об деревья не сломался? Потому что деревья меня боятся. А, у тебя их нету, точно. Так, ну и вылетаем, давайте, друзьяшки. О, ты упал все же, как и я. Оу, блин. Но это, кстати, было эпично. Ну, как видишь, машина была слишком тяжелой, и она упала. Я, кстати, это уже говорил. Молодец, ты оказался прав. Ну и, конечно же, мы баллов не получаем. Новый скибиди туалет. Полетели. Мы тут, кстати, придумали тактику. Чисто вот с этой вот пушечкой. Пуляем, пуляем, пуляем. Лаги. Слушай, я придумал так, чтобы он взлетал. Давай. Нет, блин. Куда ты поплыл? Куда? Я упал в озеро, понимаешь? Понимаешь? Я просто летел и задавил бедного диджея. А у меня вот скибиди туалет решил немного поплавать. Я перелетел, а он чисто взял с помощью лагов, конечно же, упал и уничтожился. Эх, вот это тебе не повезло, дружище. Но зато тебе повезло, молодец. Зарабатываешь еще очко. Ну и по подсчетам, мой строитель пока что выигрывает. Со счетом 3-1. Ну-ка, друзьяшки, попытаемся перелететь. Давайте, давайте, давайте. И, о, получилось. А ты там где? Что с моим спикерменом? Чего? Подожди, он сам так решил? Спикермен чему-то не рад, поэтому он упал. Гримас шейк? Ну слушай, значит этот спикермен решил сделать так, чтобы я выиграл. Отлично! Второе очко я, конечно же, зарабатываю. Ну и, конечно же, следующий скибиди туалет. Так, может ты скажешь все же, кто это? Это скибиди туалет, босс мафии. А, это все же мафия? А я почему-то думал то, что это шериф. Ну ладно, поехали. Помчали. Так скажем, перелетим. Озеро Гримас Шейка! Полетели! Прижималок у него нету. Значит, мы вылетим на первое место. Давай, 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 отскок!
Отлично, только... Давай, давай, давай! Отлично, все, пинемся! Мы молодцы! Ну блин, ну что это за отскок был? Ну жаба, ну блин, ну что это было? Кстати, я думал то, что ты дальше, чем я будешь. Я увидел, как ты меня перелетаешь. Но отскок решил по-другому. Ну и я, конечно же, зарабатываю еще одно очко. Ну и мы с тобой сравнялись. Я вот надеюсь то, что мои подписчики сегодня болеют, конечно же, за меня. О, спасибо тебе, кстати, большое! Ты меня ракетами подтолкнул. И я забыл сказать то, что это у нас тоже новый скибиди-туалет. Как он называется? Вроде бы подрывник, если не ошибаюсь. Ну и, конечно же, я удачно перелетаю. А ты вот вторую попыточку сделал. Это не считалось. Нет, считалось. В смысле считалось? У тебя вторая попытка была, поэтому нет. Ты у нас, конечно же, выбываешь. А я вот зарабатываю очко. Ну блин, ну ты выигрываешь, ну как так? Ну, может, тебе повезет. У нас два титана впереди. Новый титан Джимен. Подожди, а в нем способности-то есть вообще? Подожди, да. Подожди, нет! Понимаешь, я начал рассыпаться. Что это такое вообще? Почему? Ну, его же ранили сильно. Значит, его легко сломать, что ли? Ну, типа. Ну и ты у нас, конечно же, выбираешься на первое место. Счет становится 4-4. Кстати, не забывай, что за первое место тебе дают еще дополнительные очки. Подожди, точно! Блин! Надо попытаться тебя перегнать. Иначе ты выиграешь сегодня. Вот жук навозный. Ну и последний. Титан. ПК-мен. Да-да-да, вот такой вот ПК-мен. Я вот взлетел уже. Полетели. Хотя, погоди. А что с ним? Подожди. Нет! Ты что сделал? Почему? За что? Блин, ну ты тоже меня подставил. Ты меня остановил, понимаешь? Получается, мы с тобой вдвоем, конечно же, растворились. Вот в этом, конечно же, озере Гримас Шейка. Ну и ПК-мен у нас не перелетает. Ну и по итогам сегодняшнего выпуска, дальше всего у нас пролетел, конечно же, новый Джимен. Ну а хуже всего у нас пролетел Диджей. Если не считая тех, кто упал в Гримашейк. Ну да, тогда результаты были бы другими. Ну а в сегодняшнем выпуске у нас выигрывает, конечно же, мой строитель. Со счетом 9-4. А почему 9? Ты забыл, что ли? Ты сам мне говорил то, что за первое место дается 5 баллов. А у нас, между прочим, была ничья. А, блин, точно. Я думал, у нас ничья. Ну вот, видишь, немножечко ты забыл. Поздравляю тебя, конечно же, с победой. Но я, друзьяшки, надеюсь, то, что вам понравился данный выпуск, вы, конечно же, поставили лайк, подписались на канал, ну и написали топовый комментарий. Ну а вот вам два интересных видеоролика. Они тоже очень интересные. Ну а с вами был я, Жабка, и мой строитель Натор. Всем удачи, ну и, конечно же, пока-пока.